Здравствуйте, дорогие друзья! Много вопросов, много сомнений, это понятно. Мы идем по новому совершенно пути. И вот вам специально еще одна тема, чтобы было больше ясности и больше понимания. И большего понимания своей роли в это интересное время. Вашему драгоценному вниманию тема «Хаос и бедствия помогли создать новые временные рамки». 11 января 2021 год через Даниэля Скрантона. Арктурианский совет 9D, читает Лора. Привет! Мы Арктурианский совет. Мы рады связаться со всеми вами. Мы очень рады представить вам эту передачу, потому что она должна служить маяком надежды для тех из вас, кто борется в это время. Всем вам была предоставлена возможность проявить себя творчески и в это время, и те из вас, кто творческий и работает с энергией, возглавляют коллектив человечества, и большинство из них не осознают того факта, что вы направляли их во вновь созданные сроки. Эти временные рамки предназначены для того, чтобы поднять человечество на более высокий уровень сознания и к более единому состоянию. И те из вас, кто является частью пробужденного коллектива, ухватились за возможность перенести этот набор временных линий в физическое царство. Вы сделали это с помощью существ и коллективов в высших сферах, но вы должны были быть теми, кто пережил весь хаос и все бедствия, все горе, весь страх и всю грусть, а также ярость и гнев, которые присутствуют на Земле, чтобы вдохновиться на создание чего-то нового, лучшего, более всеобъемлющего. Вы знаете, как и мы, что вознесение человечества будет групповым усилием, и что вы будете теми, кто будет делать большую часть созидания, руководства, предложения высших вибрационных мыслей, идей и концепций. Вы были вдохновлены отсутствием лидерства, которое вы получили от тех, кто занимал руководящие должности, и вы становитесь все лучше и лучше, создавая и живя примером тех, кто не спит. Энергетически вы почувствуете себя теплым и удобным одеялом в очень холодный день для тех, кто не смог получить доступ к высокочастотным энергиям и сделать с ними что-то положительное. Вы обнаружите, что люди вокруг вас, которые никогда не интересовались ничем духовным, будут приходить к вам, просить о ваших мыслях, вашей помощи и даже вашем утешении, когда они проходят через свой собственный опыт пробуждения. И вы будете там не только для того, чтобы утешить их в трудную минуту, но и у вас будут эти прекрасные реальности, которые связаны вместе, образуя прекрасные новые временные рамки. И вы можете пригласить своих собратьев присоединиться к вам в свете. И вот как это делается. Вот как вы это делаете. И именно так вы будете продолжать это делать, потому что именно поэтому вы находитесь на Земле в этот раз. И когда у вас появляется достаточно людей, которые ищут цель, ищут миссию, хотят быть полезным, в конечном итоге достаточное количество этих людей находят способ помочь человечеству, который идеально им подходит. И они освещают всех, кто имеет любую способность почувствовать этот свет. Мы Арктурианский совет, и нам очень понравилось общаться с вами.